Привет всем, ремонтники, рукоделы, кто любит помастерить ручками. У нас после последней покатушки опять отказал стартер. Кстати, о покатушечке ссылочку вот здесь прикреплю. Вот, можете посмотреть. В общем, новый китайский, тайваньский стартер тире. Я его уже открутил. Тяжело он откручивался, на самом деле. Почему-то нижний болт пошел немножко с алюминием. То ли перетянул, когда ставил его. В общем, он заводился не с первого раза. Щелкал с третьего, в общем, раза только схватывал с самого начала. Машина 2 дня простояла на морозе. Сегодня приехал, щелк-щелк, а он вообще не хочет. В общем, снимаю стартер. Сейчас буду разбирать, смотреть, что там случилось с ним. И, наверное, что-нибудь да получится. Новый должен работать. Какая-то есть проблема, небольшая, скорее всего. Будем сейчас решать. В общем, что хотел сказать. Вот у тайваньских, китайских стартеров вот такая вот клемма. На японском фишечка вставляется, вытыкается. А здесь приходится вот такой херней заниматься. Вот проводок на болтик прикручивать. У нас, кстати, зима. Я хочу напомнить, сколько у меня гаража сейчас нет. Приходится все делать на улице. Градусов 10 на улице мороза. Вот так вот, снежненько. Все на коленочке, как говорится. Вот, берем старый стартер, берем новый стартер. Сейчас будем что-нибудь придумывать из них двоих. В общем, немножко подумав, я решил, что нужно протестить его напрямую, подцепить проводом к плюсовой клемме. Ух ты! Искрит немного. Надо немножко поменять концепцию. А скрабики такие умотаны. Вот. Взять крабик, прицепить сюда. Соответственно, положить стартер на двигатель, чтобы масса была. Ну-ка, сейчас посмотрим. Отлично работает. Дело не в стартере. Начинаем копать глубже, как говорится. Что происходит? Кто знает, что может произойти? Пишите в комментах. Какая-то херня происходит. А я ставлю стартер назад. Короче, целый час мудохался, снимал его просто так, бесполезно. Что не в стартере дело. Сейчас еще, кстати, попробую такую манипуляцию. Присоединил проводок на возбуждение стартера на питание. Прицепил плюсовую клемму прямо напрямую. Сейчас попробуем стартануть. А, ну да, забыл я о массе. Массы-то нет. Фух, на морозе плохо думается. Сейчас мы его положим на двигатель и посмотрим, как это будет работать. То есть он работает. Что ж такое? Что происходит? Чего ему не хватает? Кто знает проблему? Непонятно, в общем, что ему нужно, но сейчас будем добиваться момента. Может быть, конечно, я грешу вот на эти вот соленоиды. Вот здесь стоит соленоид, который с аккумулятора дает питание сначала сюда, а потом оно идет вот на эту, то бишь, клемму. Ну вот, еще может быть в этом проблема. Мы крабики отцепим, чтобы ничего не коротнуло
Ну все, начинаем установку и дальше решать проблему. Конечно, ставить стартер и снимать не самое интересное удовольствие в жизни. Но здесь достаточно места много и все просто. Сейчас я его поставил. Болт здесь сверху, один болт снизу. Снизу покажу, сверху уже будет не видно. Вот, кстати, о болтике, что я хотел сказать. Я его открутил, и он открутился с части резьбы, к сожалению. Нашел похожий, чуть подлиннее. Поставил, прогнал по месту, смазал маслицем. Вроде все работает. Ну, в общем, закручиваем, собираем и смотрим дальше. В общем, о чем я говорил. Не самое удобное место, чтобы поработать под машиной. Надо вот эту вот сейчас клемку прикрутить. И вот этот болтик сюда сейчас. В общем, с горем пополам я его сейчас поставил. Потому что верхний болт здесь из-за всего этого пучка проводов, которые сейчас задубели на морозе, очень сложно было наживить. Посмотрим сейчас, что произойдет. Ничего не делал, просто снял, поставил. Проверил, как говорится. Смотрим. В общем, вывод такой. Если стартер работает напрямую, значит, что-то проблема в другом. Начинаем снимать вот этот соленоид и смотреть, что у нас будет. Я все-таки думаю, что проблема может быть в нем еще. Вот о чем я говорил. Вот здесь этот соленоид дает питание на стартер. Сейчас мы найдем провод, какой куда идет. И от плюсовой клеммы аккумулятора крабиком подцепимся сюда напрямую без участия соленоида и попробуем запустить машину. Так, для этого нам нужно будет крабик, как говорится, и найти еще проводок, который идет на сам стартер питания. Сейчас посмотрю, где он вообще проходит. Проходит. Да хрен его знает, где он проходит. Попробуем его прямо из-под машины запитать. Снизу. Будет, наверное, самый оптимальный вариант. В нашем случае, как говорится. В общем, цепляем крабик к стартеру внизу, к силовому контакту, и цепляем к аккумулятору. Пробуем. Не помогло. Не помогает. В чем проблема? В чем причина? Кто знает? Что-то я уже устал от него. Кстати, есть еще один вариант, сейчас попробую его. Вот этот проводочек идет на замыкание стартера. Сейчас мы его вскроем и кинем на плюсовую клемму напрямую, без участия автомата, замка зажигания и всего остального, и посмотрим результат. На морозе все задубевшее, еще ветерок поддувает такой свежий. Ладненько, как говорится. И не такое проходили, как говорится, в целом в жизни. Сейчас мы его прям в наглую зачистим. Вот так. Сейчас отросточек прикручу. И замкну напрямую, без замка зажигания. В общем, не знаю, что происходит у этого автомобиля. В общем, проводочек я сюда подцепил. Сейчас кидаю его на плюс аккумулятора и смотрим, зажигание включил, чтобы завелась или не завелась.
заводится, значит проблема где-то в электрике. В общем, опять он у нас делает мозги по поводу, в прошлом ролике я показывал, что ставил сюда место вот этой прямой конструкции пятиконтактное реле, но после этого я переделал все и снял ингибитор, почистил, он начал работать без реле, напрямую, ну, то есть как должен, штатно, но сейчас опять начал делать мозги, то есть где-то у него проблема, не знаю где, ингибитор я разбирал, чистил. Он весь в идеале. Не обгоревших контактов нету. На всякий случай я все наждачкой прошелся мелкой по всем контактам. То есть все работало тип-топ. Но сейчас вот как морозы начались и началась проблема. То есть что-то у него связано с морозами, мне кажется. Вот. Ну что, продолжаем решать проблему. Потом расскажу, чем это все закончилось. Но в целом машину завел уже хорошо. Значит, дело не в стартере. Я грешил все на стартер, что херовый тайваньский стартер. Вот. В общем, стартер заводит отлично. Ищем проблемку и остаемся. А, кстати, да, еще забыл сказать, кому нравится техническая часть, ставим лайк, подписываемся. И пишем комментарии, что вы думаете об этом и вообще обо всем. Буду рад любым комментариям. Как хорошим, так и плохим. Ну все, не переключайтесь, оставайтесь до конца. Я думаю, что я покажу, чем все закончилось. Что интересно? Интересно, как это работает. Можно послушать. Начинаю заводить. Как будто аккумулятор садится. Тестером промерил проводочек, который дает питание на... Аккумуляторы очень заряжены полностью. Тестером все промерил, все норм. Подцепил тестер. Ну и то есть сделал то же самое. Сейчас телодвижение вот сюда, который... Куда должно питание быть? Фактически изначально там 6-7 вольт. А потом, когда тык-тык-тык делаешь, падает до 2, и на 2 вольтах вообще все обрубается. Вот, странная хрень. Не знаю, откуда и куда эта схема идет. Сейчас попробую от автомата напрямую зацепить, потому что в прошлый раз я разбирал весь салон, вот все здесь до замка зажигания, на замке зажигания тоже был тот же самый геморрой, то ли какая-то релюшка мозг делает, то ли какой-то компьютер, хотя их тут не шибко много, не знаю, что происходит, но это именно вот в мороз такая история, когда было тепло, было норм. Ну что, закончил я это все дело, все в гофру уже уложил. Хомуты замерзли, завтра подвяжу, теплые принесу. Вот поставил пятиконтактное реле, оно идет с селектора автомата сюда и потом в стартер. И, естественно, все это от силовых проводов запитывается. Вот, ну сейчас посмотрим. Все заводится, селектор на селектор реагирует, то есть не напрямую получилось все, то есть, а как нужно. Вот. Холодно, сопля уж до земли аж дотекла. О, так, как-то так. Ставим в положение R, чтобы проверить, заводится он. Не заводится, не заводится на скоростях. Все отлично. На паркинге нейтралки заводится, все работает, тип-топ. Что хочу сказать, день я на морозе, конечно, провел, сопля бежит, завтра с соплями буду ходить, наверное, но результат того стоил, я сделал эту херню, и она сейчас заводится из сигналки нормально, адекватно, с первого раза, а не с третьего там или десятого, вот, то есть стартер срабатывает, то есть где-то есть косяк, либо в каком-то блоке, либо в каком-то реле, я даже не знаю, даже не хочу этого знать. Напрямую все подцепил, минуя там каких-то частей салона. Ну и в целом норм. Вот, ну все, всем спасибо, кто досмотрел. Лайк, коммент.
и поделитесь с друзьями этим роликом. Может быть, кому-то будет полезно. Ну все. Завтра, надеюсь, приеду, его заведу, поеду отмою на мойку, потому что он весь он во льду. Сейчас прогреется прадик, и можно выдвигаться домой. Пятница вечер. Можно выпить небиру.